Всем привет! И сегодня снова с вами я, Эллен, на моем канале о жизни в Канаде и в рубрике «Готовим с любовью». И сегодня рецепт «Минутка». Это малосольные огурцы. Готовятся они очень быстро и практически из ничего. Поехали! Что нам понадобится? Нам понадобятся огурцы. У меня грунтовые огурцы купила в Старском. Укроп оттуда же. Чеснок я купила еще давно на ферме у нашей любимой Джуди. Это обычный яблочный уксус. Перец горошком, соль и еще немножко сахара. И все. Что мы делаем с огурцами? Отрезаем такие кончики. Я не люблю, когда они есть. И разрезаем на 4 части. Раз и две половиночки. И кидаем в нашу форму. Вот у нас сколько получилось огурчиков. И нарезаем пучок укропа мелко. И скидываем сюда наш укропчик. И нарезаем чеснок. Заново зажим. Потому что... Чеснок нарезали, два зубчика. И все сюда. Несколько горошков перца. Чайная ложка сахара. Чайная ложка соли. Две чайные ложки столового уксуса. Сахар я добавляю, чтобы процесс пошел быстрее. Теперь закрываем крышечкой и хорошо надо потрясти. И оставляем это буквально на 3-5 часов. После этого готово. Мы сейчас уезжаем на природу, в горы. И как раз к вечеру, к ужину, у нас огурчики будут готовы. Я обязательно вам покажу, какие они.